Ну, рады победе. Очень тяжелая игра, как бы соперник ниже классом, всегда тяжело к такому готовиться сопернику. Они вон бегают, играют, стараются. Ну, рады победе. Ну, считаю, что закономерно переиграли их полностью. В первом тайме, после первого тайма ничья 1-1. Чем можешь объяснить это, учитывая итоговый счет 6-2? Ну, не знаю, реализация может чуть-чуть хромает. Был же тот же пенальти, который забей в раздевалку, я думаю, там уже и команда посыпалась. А так, ну, дожали соперника, и все, я считаю. Надо было просто, ну, забить, и все. Не так много времени было на подготовку после прошлого матча. В чем была основная сложность подготовки к Ну, нынешнему до матчу? этого еще существует в команде 20 с чем-то человек и ротация. Многие же не поехали, которые играют сейчас на данный момент. Ротация дали шанс многим. Я считаю, что кто-то проявил, кто-то не проявил. Решать тренерскому штабу уже. Как оценишь свою игру сегодня? Хорошо, можно лучше. Совершенству нет предела, как говорится.